Добрый день, друзья, и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Поскольку сейчас идет карантин, а также еще Великий пост, то самое время приготовить что-нибудь этакое сытное к обеду. И сегодня мы с вами будем готовить гречаники. Рецептов этих много, и у меня тоже есть свой рецепт, который сегодня я вам и предлагаю. Натираю на терке среднюю свеколку, небольшой отрез капусты, примерно где-то 200-300 грамм, 300 больше, наверное. Нашинковываю, отправляю это все поджариваться. Смотрите, я налила масло, разогрела его, закидываю туда черную горчицу. Нужно накрыть потом будет это все крышкой, когда она начнет стрелять, тут же выключить огонь, либо засыпать сразу овощи, чтобы охладить. Так горчица приобретает очень-очень приятный аромат, который потом она передает всем овощам. Итак, обжариваем до готовности все овощи. Затем добавляю в них томатную пасту. 3 столовые ложки. Все хорошо перемешиваю. Также по желанию можно добавить любимые ваши специи, соль. Далее добавляю немного гороховой муки, все хорошо перемешиваю и всыпаю туда это все в гречневую массу. Ну и дальше все предельно просто. Мы смешиваем наши котлетки, налепляем их. Обваливаю также в гороховой муке и обжариваю в масле. И вуаля! Вкусные, сытные котлеты готовы. Кстати, хотела сказать по поводу гороховой муки. Очень важно именно не простую муку, а гороховую либо нутовую муку. Почему? Потому что это дополнительный источник белка. Вот, и гороховая мука не впитывает так сильно масло, как обычная мука. Поэтому даже если вы их обжариваете в масле, они не будут жирными. Спасибо вам за просмотр этого видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Обязательно готовьте по моим рецептам. Поделитесь этим видео с друзьями. И не забудьте подписаться на канал. Пока всем!